Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, продолжаем играть в голодные игры. Играем на Бризайланде, это что, типа Железный Человек в фуфайке? О боже мой. Да, играем, значит, на Бризайланде, сейчас попытаемся взять что-нибудь с центра и... Что? Вы видели это? Он по воде бежит. Что? Ребята, вы хоть горизонты-то имеете? Чего вы все по воде-то бегаете? Яблочко, черт, хотел яблочко. Ну ладно, пофигу, хрен с ним, с яблочком, тут люди умирают. Блин, напрасно, наверное, это одел. Чувствую, что сейчас на меня все позагрятся. Ну ладно, я надеюсь, что таки успею. Направо уже пути нет, он наверх как-то западло, если честно. Пойду вперед. Вперед к этому островку. Там тоже, что ли, кто-то? Блин, почему у меня нет патифайна? Не, по-моему, нет никого. Да и не успели они быть чисто так, знаете, философски, если подумать, они не успели еще добраться настолько быстро. Сзади меня никого. А, да, эти обезьяны все наверх пошли. Ну и лады. Ой, что это? Перекрутило меня чуть-чуть, жизнь закрутила. Вот, они все побежали на центр, ну, то есть там, возле гор, что-то лазить. А я полезу на этот островок. Обычно здесь находится строго два сундучка, что, в принципе, нормально для начала такого, да? То есть мне там, может быть, выпадет меч, и тогда уже можно пойти устраивать размес. Или же не выпадет меч, и тогда, наверное, это будет очень грустно. Потому что без меча жизнь не мила. А, нет, все отлично. Меч есть. Значит, еда есть. Так, даже яблочко есть. Ты глянь, какая находочка. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, вроде больше ничего полезного. Хорошо. Еще сверху у меня должно было быть что-то. Что-то, только как я туда залазил, я уж не помню. Типа, что-то вот так вот, я думаю, да? О, правильно, есть контакт. Далее прыжочек сюда, такой тихонечкий прыжочек, и вот так вот вскарабкаться. Молодец, Винди, ты лучший. Только, похоже, это было напрасно, да? Странно, я точно помню, что здесь был сундук, я его лутал. Может, на хайве? Да не, должен был быть. Вот здесь где-то. Ёб твою мать. Смерть была очень близка. Ну ладно, это тонкий намек, что хорош там лазить. Давай, иди дальше, воюй. Я так и сделаю. Я так и сделаю, господин остров. Спасибо тебе, господин остров. Я ухожу, все. Не надо меня больше прокидывать. Не, ребят, вы потом напишите в комментариях, есть ли там реально сундук. Потому что, может быть, это на хайве. Ой-ой, команда из трех. И к ним какой-то скалолаз ползет, храбрый. Да, они, видишь, хотят типа драться. Типа, давай, иди сюда, ублюдок. Я тебя порешаю. Но вряд ли у них что-то это дойдет. Кроме вот этих вот помахиваний мечом. Ладно, тогда я пойду в обход. Попробую их застать врасплох. Главное, чтобы меня сейчас эти пацаны не заметили. А, ну вот он и поехал. Поехал тот пацан, что хотел на них врываться. Хотя ты погляди, а нет, их тут двое, тогда лады. Я думал, что он один, типа оторвался от своего другана, и тогда можно было бы с ним пообщаться. О, ты глянь, крафтит, пацан. Здорово. Как твои дела? Ты куда ты побежал? Топор хочешь показать, да? Нахрен мне твой топор. Так, почему я не бегаю? Ой-ой-ой, меня плющит. Блин, почему меня плющит? О, я по нему так нормально просадил. Еще бы один удар, он бы сдох. Мне нужен твой шлем. Поделись шлемом, не гони. Че тебе этот шлем-то? Нафиг он тебе? Ты и так умрешь, рано или поздно. Оу, справа команда. Главное, чтобы не заметили наши милые побегушки здесь. Не, я буду за ним следовать. Фоллоу. Ты, он даже поел! Ехать, пацан! Ты чего? Какие у тебя были права на это? Все, давай, вот так буду бежать. Так, и все. И меня ничто не остановит, даже если я буду его бегать. Бить. О, еще команда, да вы шутите. Может быть, этого пацана в команду взять, а не бегать за ним. Хоп, ай, прям по спине провел. Прям вот так вот, ч-ч-ч, сделал. И все равно не ранил. Слева какой-то проход, я там никогда не был. Значит, оторвемся от него при первом возможном случае. Потому что не думаю, что я его рано или поздно поймаю. Тем более, что он покушал, а я нет. Ой, он за что-то зацепился. Тем более, что он покушал, а я нет. То есть, скорее всего, наш побегушки, знаете, что прекратит? Наш прекратит какая-нибудь команда, которая захочет ворваться на нас. Вот это, походу, его план. Давай. Я уже рядышком. Я мечом по тебе прям вожу. Ну. Так. Да ладно, ну тебе в жопу, а. Иди ты в очко.
до убийства. Так, я вижу одного пацана. Хрен с ним, хай живет. Может быть, потом он чем-нибудь поможет. Может быть, он устроит бой с кем-нибудь, на кто на меня наедет. И тогда это будет отлично хотя бы. Или он уже умер. Тоже возможно. Ага, ты посмотри, он тут мансит. Здоровчик. Здоровчик. Еще пару плюх. Да куда ты побежал? Да вы достали бегать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты что делаешь, парень? Не надо так. Три еды, отлично. Есть, в принципе, все шансы на здоровую жизнь. Только надо покушать. Надо покушать, надо покушать. Отлично, лучшая картошка в моей жизни. Все, все, все. Представим себе макакой. Наверх. Я теперь в безопасности, я полагаю. Так, чувак, если ты ко мне полезешь, я тебя пробью. Не надо, не надо так. М-м, не надо. Ой-ой, команда. Твою мать, команда. А, лук. А лук есть? Стрел нету, да? Стрел нету. Я тогда двигаю отсюда. С ними мне никаких не хочется проблем поиметь. Ибо с двумя, с такими жизнями... Не, я могу, конечно, накинуть яблочко золотое. И с яблочком я уже смогу предъявить им. Чё вы тут ходите, гады? И все. Но есть мнение, что даже так я с двумя не справлюсь. Ё-моё, ё-моё! Кто-нибудь, кто-нибудь! Помогите мне! Так, команда, команда, команда. В жопу команду. Ненавижу команду. Не хочу. Вдруг они сейчас вдвоем меня присобачат, и все, от этого я уже не убегу. Но тогда придется мне от этого убегать. Сейчас можно накатить яблочко, я вот вам говорю. Если я накачу яблочко, то все будет замечательно. Но для начала тогда нужно от него оторваться. Хотя бы на расстоянии... Вот. Вот эти вот деревянные хрени, они мне помогут, явно. Или нет. Должны помочь. Yes! Успех! Все, теперь этот пацан меня не поймает. Пока-пока. О, ты глянь на него, команда влетает. Поедим. И все. Стрел у меня по-прежнему нет. О, нет. Фак. Фак. Хватит по нему стрелять. Как бы быть. Иди сюда. Ты меня хотел, да? С деревянным-то мечом. Что ты от меня хочешь? Вот так. Хотя бы одного прикончил. Так, пусть эти падальщики его полутают, а я дальше пойду. Своей дорогой. Нормально. 5 человек осталось. А если умрет еще 2, тогда все будет отлично. Но эти парни, они реально мне огромная проблема. Ой, они меня еще и плавать за мной хотят. Ну, походу, это будет серия с плаванием. Нет, смотри, отстали. Хорошо, спасибо вам, ребята. Я уж думал, что это очередная акваланга серия будет. Но нет, похоже, меня обошла эта участь стороной. 44 человека осталось, 60 секунд. Твою мать! То есть я буду против команды. Там команда, один пацан не в команде, 100 пудей. И есть вариант его быстренько взять в команду. Но те чуваки, они полутали того, кто за мной гонялся. Хотя у него, в принципе, ничего такого жесткого не было. Но вероятность того, что я тут победю... невысока. С двумя, ну, не затащу. Не смогу я осилить, я думаю. Потому что у меня даже железных шмотов нет, а у них они и в шмоте меня превышают, и в количестве, и в оружии. Ну, видите, то есть, мне хотя бы... Не, конечно, яблочко может сыграть свою роль. Яблочко может мне помочь, и... Нет, вообще, у меня хоть что-то есть, воды. Ладно, уже лучше, чем ничего. Но стрел нет. Вот были бы стрелы... Яблочко плюс стрелы могли бы решить этот исход этого поединка, но нет, к сожалению, стрелами я не одарен. Ну что, тогда будем пытаться как можем. Так, вот они, эти два брата-акробата. Где третий? Где четвертый? Где четвертый? Ёб твою мать, где четвертый? О, они, по-моему, русские. Давай по одному, может быть, они послушают. Въезжай, 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 давай, с тобой. Давай, давай, у меня яблочко еще кончится. Ну. Влетай, давай, кто-нибудь. Ладно, давай ты, вот давай, с тобой. Файт, давай, влетай на меня. Ну, да нападай. Да блин, ну что вы тупите. Давай, хоть, давай. Один. Быстрее, я хочу драться. Ладно, я влетаю, я иду. Погнали. Они вдвоем налетели. Не, парни. Слушай, а... Нет, не могу. Не, а я почти их... Так нормально, да, побил одного из них? Ой, он махает мечом. Не, ну, я говорил, с тремя
Ой, с двумя мне не шанс. Ну ладно, я думаю, на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Ну, блин, видите, то есть команда решает все проблемы. Они еще радуются. Не, ну, ребят, это не серьезно. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новые видео, оставляйте свои комментарии. Пока-пока-пока. Удачи!